Полипы желудка, враг, быстро перерождаются. Но здесь вам, наверное, объективно, Александр, никто не ответит. А если ответит, то соврет. Я вам объясню почему. Потому что у нас нет точной информации, в каждом конкретном случае нет точной информации, когда именно этот полип возник. Мы просто сейчас сделали гастроскопию, например, и увидели полип в желудке. А когда он появился, мы не знаем. Может быть, этот полип появился год назад, а может быть, 3 года назад, а может быть, 3 месяца назад. И это бы прояснило нам в плане скорости, как быстро он растет. Например, если он 3 месяца назад вырос и уже такой здоровый, то, скорее всего, в ближайшем будущем ждет какое-то перерождение. С другой стороны, если он рос 3 года, то вряд ли в ближайшей перспективе произойдет что-то вот нехорошее. Поэтому эта информация прояснила бы ситуацию и дала бы возможность сделать четкий прогноз конкретно для вас. Но важно понимать и вот еще что. Какой это полип? Потому что бывают, например, истинные полипы в желудке, бывают ложные полипы в желудке, бывают фундальные полипы желудка, которые вообще не опасны, но тем не менее выглядят страшно. Выглядят страшно, а опасность не представляют. Вот, поэтому первое, надо определить тип полипа, и второе, надо сопоставить по срокам, как это будет. Но вообще, при наличии воспаления в желудке, рост полипов значительно ускоряется. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.